Вот он и попался. Какой хороший. Давайте посмотрим, как же ловить налима. Чтобы поймать налима, надо сначала поймать живца. Живец в данном случае это окунишка. Но лучше насаживать, конечно же, ерша. На ерша налим клюет намного лучше. Цепляем его кто как хочет. Можно за горб, можно за, конечно, жабры, можно насквозь, вариантов много. И берем, отпускаем на дно с грузилом. Это у нас такая снасть, грузило. На нем отводной поводок, хороший крючок, иногда это двойник, тройник, и окунишка. Все это отпускаем на дно. Груз лежит на дне. А окунишка чуть-чуть наверху. Натяжка легкая есть. Вот и все. И снасть поставлена. Что же у нас на нее клюет? Конечно же, вот такие налимы. Вот этот, смотрите, какой шикарный. Обычно налим глотает глубоко, поэтому ножницы очень даже пригодятся. Бывает, что даже полностью в живот проходит у налима. Крючок заглатывает сильно, пасть у него огромная, парень сильный, поэтому обязательно берем ножницы, чтобы спокойно достать крючок. Вот даже так он, смотрите, не хочет вылазить. Вот такой вот парень. Вообще рыбалка на налим очень интересна. Это солидная рыба, вкусная, приличная. Достойный трофей. Брыкается, закрывает рот, кусается. Все как положено. Ну и достаем дальше. Рыба у нас на волке попадается крупнее. Но это уже достойный результат. 2-килограммовый налим. Это солидно. Это достойно, это вкусно. Вот такая вот рыбалочка на Волге, на налима происходит. А сегодня я вам рассказал, как поймать налима. Ну что ж, всем удачи, всем пока, заходите на канал «Индейцы на Волге».